После Дня всех влюбленных – день профилактики инфекций, передающихся половым путем. Совпадение? Не думаем. 16 февраля в честь праздника специалисты областного кожно-венерологического диспансера провели консультирование граждан. Желающие смогли сдать анализ крови на сифилис и мазок на самые распространенные инфекции. Результат, полученный экспресс-методом, пациенты узнали в течение часа после обращения. Специалисты рассказывают, стесняясь лишний раз нанести визит врачу, люди, как правило, приходят за помощью поздно. Это как раз тот случай, когда все решает профилактика. Они обратившимся тоже рассказали. Со времени опубликования данной информации в средствах массовой информации просто шквал звонков в нашу регистратуру, в наш колл-центр. Пациенты записываются активно, и сегодня было большое количество желающих обследоваться и получить, главное, квалифицированную консультацию об инфекциях, передающихся половым путем. И, в принципе, большей частью, целью сегодняшнего мероприятия было это, во-первых, первичная профилактика, то есть информировать пациентов, что такое инфекция, передающаяся половым путем, привить навыки профилактики, в первую очередь это рассказать о безопасном сексе, да, и уже провести вторичную профилактику, которая будет заключаться в выявлении больных инфекциями, передающимися половым путем, в дальнейшем их лечении.